скачиваю в воду, главное подкачать воду. А теперь засыпаю его. Нормально. Он пьет французский. Воду? Конечно, нормально. А это хуйня. Не, ну хорошо рассчитано. Хорошо. Ну так мы же не одну тонну уже сплавили так. Там чем больше, ты там еще лучше идет. Да, там проливается хорошо. Да, да. Это малый объем. Да, малый, оно и не очень показательно, скажем так. А тут вас курить нельзя, да? Можно. Можно? Давай подышать нечего. Давай я подышу. Да ладно, что я тоже. Подойди как мы будем, пожалуйста. Должно вывалиться. Вот верхняя часть, вот самая маленькая. Рано распигнули ее. Так, там буду. Я на когда горячий. Пап, уже второй пробу отдал его. Ну, обычно я говорю, по-моему, на горячего не отделяли его.